Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструментов. В этом видео посмотрим цену на электрический рубанок модель 2822 220 вольт 980 ватт из Китая в магазине AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео, нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 21 марта 2019 года. Итак, стоимость такого девайса $32.58. Доставка в Россию платная. $46.76. Так, что мы здесь имеем? 79.34. Общая стоимость 79.34 цента. $79.34 для России. Смотрим теперь стоимость доставки в другие регионы. С Россией мы уже определились. Теперь Беларусь. $108.05. В два раза дороже против России. Так. Казахстан. $36.66. Ну вот, адекватная доставка. Украина. $57.44. Ну, более-менее сносно. И такой вот электрорубанок. Там есть какое-то смотровое окошко. Что здесь еще есть такое? Ну, все аксессуары. Запасной ремень даже есть. Щетки. Ну, вот такая комплектация. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.